Вторая часть задачи – сохранить наш проект в виде файла GIF. И этот GIF разместить в документах Google, например, в какой-то самостоятельной работе, выполненном школьником или студентом, в документах Google. Ну, мы просто создадим документ отдельный на диске Google и туда вставим нашу гифку. Для того, чтобы сохранить, мы переходим в меню «Главное», желтая кнопочка с иконкой аниматрона. Нажимаем на проект и скачать GIF. Здесь у нас будет включен повтор, то есть эта оценка будет повторяться периодически. Продолжить. Можно ли его подождать около экрана? Это достаточно быстро делается, потому что у нас всего гифка занимает 5 секунд. И теперь скачиваем на ваш диск. Отменим эту вставку и вставим ее таким образом. Изображение. Загрузка. Теперь найдем файл наш на диске. Он назывался 5%. 5% 2 баги. Этим документом я могу поделиться с кем-то, открыть для использования. И любой человек может теперь, выделив этот элемент правой кнопкой, его скопировать. После этого войти в тот документ, который ему необходимо оценить. Здесь его вставить. Вставить можно, естественно, в любое место. Но следует помнить, что ученик точно так же может скопировать оценку у кого-то и вставить ее к себе в свою работу, для того, чтобы показать родителям.